Ми вітаємо наших гостей. Продовжимо тему електронних сервісів. Так. І сьогодні поговоримо про те, як вони втілюються в життя не тільки в різних галузях, а в бібліотеці. Так. І для цього ми запросили наших гостей. Так, вітаємо вас. Анжела Цуканова, завідувач сектору аналітичного інформування органів влади Центральної бібліотеки імені Кропивницького, та Олена Некіпєлова, так? Головний бібліотекар відділу електронної інформації Центральної бібліотеки імені Кропивницького. Вітаємо вас. Отже, давайте сьогодні з вами поговоримо про те, як електронні сервіси приходять до бібліотек, як можуть бібліотеки так, до електронних сервісів, і які нові можливості є тепер у тих людей, які хочуть працювати з цими сервісами, з бібліотеками, що може бібліотека презентувати нового в зв'язку з цим? Велике таке запитання. Давайте з чогось почнемо. От почнемо да, з електронних сервісів. Да, хочеться відмітити, що Центральна бібліотека імені Кропивницького активно включилась в реалізацію, в розвитие електронного управління в місті Миколаєві ще у 2012 році. Предоставляя горожанам такие инновационные услуги, как доступ через интернет к публичной информации и доступ к электронным услугам органов власти, учреждений, предприятий, организаций, которые эти услуги предоставляют. Для этого в библиотеках-филиалах ЦБС для взрослых города Николаева были открыты центры обслуживания горожан. И для более эффективного использования электронных сервисов библиотека-филиалы проводят обучающие бесплатные мини-тренинги для николаевцев, как мы говорим, возраста так, 45+, и которые владеют немного интернетом. Вот в ходе таких обучающих мини-тренингов слушатели могут научиться проверять свой лицевой счет на сайтах Николаевгаза, Николаевоблэнерго, Николаевтеплокоммунэнерго, Николаевводоканалов, и даже оплатить эти услуги, этих предприятий на сайтах непосредственно этих. Такие необходимые житейские навычки, да, практичные. Да. Также горожане могут записать в электронную очередь в детские учебные заведения, дошкольные учебные заведения города Николаева. Также могут научиться купить билет через интернет на поезд, на автобус, даже в кино, да, в театр. Могут найти работу через интернет. От правда, такі послуги вже організовані, надані, але люди не всі вміють користуватися. Дуже знаково, що саме бібліотека, яка завжди була місцем, де читають, де люди осередком пізнання, вона тепер виходить на новий електронний рівень і несе все одно таку практичну користь. Да, очень пользуется сейчас популярностью услуга в связи с ситуацией в Украине такой. Это онлайн-калькулятор расчета предварительной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Также очень актуальная информация на сегодняшний момент для николаевцев – это узнать, куда обратиться и какие документы необходимо предоставить для получения той или иной административной услуги. Ну и, конечно же, обратиться к органам власти через портал Николаевского городского совета, чтобы решить какие-то актуальные вопросы жизнедеятельности города. Вот такие тренинги у нас проводятся с февраля месяца, и уже библиотеки-филиалы ЦБС для взрослых провели 48 таких тренингов, и обучено около 300 человек. Но это в перспективе будет продолжаться, поэтому, я думаю, цифры будут намного больше, хотя и это достаточно, спрос существует. А кто занимается навчанием людей? Обучением занимаются библиотекари-консультанты, которые прошли школу электронного управления, и имеют статус тренер-консультант. Также хочется отметить, что это не полный перечень, который я сказала, существует на данный момент. Более полная информация есть на сайте библиотеки Кропивницкого в разделе «Центр обслуживания граждан». И также. Але для этого треба прийти до вас на курсы и навчитися відкривати цей сайт. Да, если вы не владеете компьютерной грамотностью, то вы можете прийти как в Центральную библиотеку Кропивницкого, также в ее библиотеки-филиалы и записаться на обучающие курсы компьютерной грамотности. Эти курсы у нас тоже бесплатные, они проходят в течение месяца или трех месяцев, в зависимости от программы. И вот уже за 3 года у нас обучено более 700
Слушатели, но в основном, так как мы говорим, слушатели університету третього возраста. Скажіть, будь ласка, от те, про те, що ви кажете, це, будемо так казати, більш електронні такі побутові, соціально-побутові сервіси, так, інформаційні. А щодо якихось інноваційних технологій стосовно роботи бібліотеки, тобто от подивитися через інтернет якісь цікаві книжки, яких немає сьогодні. Новинки, або рідкісні. Ну, так, от, якийсь доступ є сьогодні, як, от, наприклад, в Європі там можна... Зайшов на сайт бібліотеки, знайшов якусь рідкісну книгу, цікаву, подивився онлайн. Чи є така можливість, чи немає? Ну, действительно, такая возможность есть по той причине, что электронная библиотека и электронный каталог, который представлен на сайте библиотеки, это уже электронная услуга. Человек может из дому, не выходя, скажем, даже из дому, либо прийти в библиотеку и познакомиться, во-первых, с книгами, которые его интересуют, есть ли они, представлены ли они в фондах библиотеки. Во-вторых, многие издания прикреплены, скажем так, полные тексты, и можно сразу познакомиться и почитать эти полные тексты. Вот. Помимо этого, можно и, в общем-то, познакомиться и с тем книжным вот богатством, которое представляют библиотеки Украины и мира. Любая цифровая библиотека, которая представлена в интернет, доступна нашим читателям. А скажи, будь ласка, как выникла идея организовать вот такие курсы? Це була ініціатива бібліотеки чи її читачів? Я так думаю, що немножечко... Це був обоюдний процес. Такий процес, да, тому що вот такі центри обслуживання граждан, які відкрились у нас в 18 бібліотеках, філіалах по місту, це, так сказати, в рамках городської програми електронного урядування, електронної демократії в місті Миколаїві на 2010-2015 роки. Тому, як говориться, це було обоюдне бажання і органів влади, і громадськості, і бібліотека як мост між властями. Тобто така інформаційна вже навчальна платформа стала. Так, і от в рамках цього програми у нас відкрились такі. Просто технології, вони розвиваються настільки стремительно, що не всі люди поспівають за цими технологіями. Кому-то потрібна допомога. І от цю допомогу ми, собственно, і оказуємо. Кому-то потрібно показати самих азов, почати з самого початку. Кому-то нужно, скажем, продвинутому пользователю уже нужно показать какие-то инструменты, которые... Да, вот у нас, допустим, были семинары для студентов социальной сферы, вот будущих социальных работников. Их можно чем-то удивить. Да. И мы, вы знаете, мы их удивили на самом деле по той причине, что мы собирали уже отзывы о, вот, об обучении, и студенты, которые, собственно, владеют достаточно хорошо вот, информационными технологиями, писали в отзывах: насколько я раньше вот узко использовал интернет. Я сидела в социальных сетях, там какие-то отдельные темы поднимала, но никогда не знала о том, что есть электронные услуги, которые можно получить через интернет. Багато людей звертається взагалі про цю про допомогу і про на записуються на це навчання. І як взагалі відбувається залучення користувачів ось і відвідувачів цих курсів? Ну, нужно сказать, что у нас много вот такой информационно-рекламной продукции, и мы проводим разнообразные уличные акции, мы очень много беседуем с горожанами, мы консультируем, мы приглашаем, мы прощупываем вот те какие-то слабые места и предлагаем свою помощь. И обращаются действительно достаточно много людей, причем обучаем мы, вот так посмотрели, от 18 до 80 у нас слушатели были вот, на протяжении этих лет. И, в общем-то, вот эта очередь, она существует, и спрос он существует. Как записаться на такие курсы? Для этого достаточно обратиться в ближайшую от вас библиотеку-филиал централизованной библиотечной системы для взрослых. Вот в таких вот информационных буклетах у нас написаны все наши библиотеки-филиалы, к которым можно обратиться с телефонами, адресами. Пожалуйста, мы вас ждем, приходите. Потримайте, еще покажем нашим глядачам. А в центральной библиотеке можно обратиться по телефонам 55 19 58 и 24 70 28, и мы предложим ближайшую библиотеку, где можно удобно вот для, по месту жительства записаться и обучиться. Скажи, будь ласка, а вот такие электронные сервисы, они, мабуть, дают возможность еще и сделать какую-то певну статистику, так? Какие питания
питання найбільше цікавлять людей, яка може, якщо звертається по якусь літературу, яка зараз найпопулярніша література, тобто що люди прагнуть читати. От що ви можете з цього приводу сказати? Яка статистика сьогодні? Ну, я могу сказати о том, что вот то, что, скажем, наибольш таки нагальні, да, питання, вот они, которые на поверхности вопросы, те, в общем-то, и выходят в статистике какими-то лидерами. Больше всего обращаются за помощью по оплате коммунальных услуг, совершению каких-то других электронных платежей, пользование разными банковскими, скажем, системами электронными, а также обращение граждан к органам власти и возможность вот записать ребенка в детский сад, возможность просмотреть электронный дневник ребенка, потому что часть школ Николаева подключена к этой системе, есть щоденник, и родители, ребенок не посещая, допустим, школу по уважительной причине или по любой другой причине, родители в курсе всех, скажем, событий, да, которые происходят. Также пользуется большой популярностью поиск работы через интернет. Все-таки это достаточно эффективный способ поиска работы. Або надання своїх послуг через інтернет. Тепер дитині треба або не підробляти свій щоденник, або становитися хакером. Боже, як жити дітям? Як жити? Вже сторінку не вирвеш із щоденника. Я хочу сказати, що знаєте, о якому питанні? Що помимо обучення, помимо консультування вот такого системного, ми ще дуже багато уделяємо увагу вот розпространенню цієї інформації. Тому що, в общем-то, як показує вот практика, не всі люди все одно об этом знают, да, и не каждый может понять и связать вот эту электронную услугу и библиотеку. С этой целью мы вот проводим центральная библиотека и Николаевский городской фонд МИТА при поддержке программы «Библиомост» организовал серию встреч для горожан, которая называется «Электронные услуги всем и каждому николаевцу». И на этих встречах, которые проходят в Центральной библиотеке имени Марка Лукича Кропивницкого, мы говорим с активными горожанами, с журналистами, с представителями органов власти, с организациями, которые предоставляют такие электронные услуги. В общем-то, о тех новых каких-то вот тенденциях, о развитии электронного управления в городе. Таких встреч прошло 4, вот они были ежемесячно с февраля по май. Причем очень интересные и очень полезные оказались встречи, потому что мы познакомили горожан и с центром предоставления административных услуг Николаевского горсовета. Собственно, не каждый, наверное, знает о том, что каждый из нас является потребителем таких административных услуг, потому что, получая паспорт, получая водительское удостоверение, получая свидетельство о рождении или об окончании учебного заведения, все это, собственно, является административными услугами. А центр, который работает в Николаевском горсовете, он представляет такое единое окно, куда горожане могут обратиться, такой интегрированный офис, не входя по другим управлениям, по другим департаментам, обратиться в этот центр предоставления административных услуг и получить нужную услугу для себя. Вот на одной из встреч начальник центра и администраторы центра познакомили горожан с деятельностью этого центра. Плюс встреча отдельная была у нас, очень интересная, на которой мы презентовали новый долгожданный интернет-портал Николаевского горсовета. Мы ее назвали, значит, портал Николаевского горсовета «Новая форма или новое содержание». Это была дискуссия, это были разные мнения. Так, я знаю, дуже багато було думок, дуже різнополярних щодо цього сайту. І, в общем-то, ну, тем не менее, там очень много хороших моментов на этом сайте, и отметили участники встречи. Тоже, в общем-то, вот такие тенденции. Скажи, будь ласка, чи всі сервіси, вони є безкоштовними? Чи є, так сказати, якась прихована платня? Прихована платня, так. Як то кажуть, условно безплатний. Ну, нужно сказать, что никаких условно-бесплатных, скрытых комиссий или безусловно платных, да, вещей у нас нет. Обучение абсолютно бесплатное, полностью. А сколько часу займает навчання?
обучение занимает в среднем, скажем, если это человек новенький пришел и он абсолютно не владеет, да, то порядка 3 месяцев он обучается 2 раза в неделю. Каждому вот, пользователю таких курсов, каждому слушателю мы предоставляем отдельный компьютер в пользование, потому как обучение теории без практики – это ничто в данном случае. Вот. И где-то вот порядка 3 месяцев мы обучаем. А уже курс, вот эти мини-тренинги, о которых говорила Анжела Евгеньевна, это уже такие экспресс-обучения, когда человек, уже владея информационными интернет-технологиями, просто хочет немножко углубить, расширить свои знания в определенной какой-то сфере. Поэтому это буквально трехчасовые, двухчасовые мини-тренинги. Дякуємо вам. Отже, ми розуміємо, що бібліотека як була культурним осередком із самого її народження, так, такого явища, як бібліотека, так і залишається, але з простого книгу. Тепер вже бачиш провідник нових технологій. Хранилище, так. Перетворилися на справжнє вікно у світ, у відкритий, широкий, інформаційний електронний світ. Да. Дякуємо вам, доброго ранку, приємного продовження дня. Спасибо. Дякую.